Герои неба. Евгений Преображенский, герой Советского Союза, первый морской авиатор, получивший это звание в годы войны. Начинал рядовым летчиком, быстро проявил командирские способности. Летом 41-го года полковник Преображенский подготовил и лично участвовал в налете на Берлин. Операция стала полной неожиданностью для врага. Этот рейд оказал огромное влияние на моральный дух советских воинов. Преображенский был награжден звездой героя. В годы войны он успешно руководил авиачастями и соединениями сначала на Балтике, а затем на Дальнем Востоке. Отличился в советско-японской войне. Подготовил высадку воздушных десантов в Порт-Артуре. После войны занимал высшие командные должности в морской авиации. Именем Преображенского названы улицы в нескольких российских городах. В родном селе установлен бюст. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.